После повышения пенсионного возраста в России ввели новые льготы для граждан на земельные участки и недвижимое имущество. Налоговые послабления коснутся мужчин и женщин, достигших 60 и 55 лет соответственно. Так, с 1 января 2019 года собственники земельных наделов освобождаются от уплаты налога с 6 соток. Также не надо будет платить за владение квартирой или жилым домом. Правда, если объект не используется в предпринимательской деятельности. Если же недвижимость находится в долевой собственности, то льгота распространяется не на всю площадь, а только на ту часть, которая принадлежит льготнику. Для данной категории налогоплательщиков порядок уведомления на сегодняшний момент пока находится на согласовании. То есть либо это будет заявительный характер, либо мы сами будем получать сведения в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Либо это будут сведения из ЗАГСа, либо это будут сведения из миграционной службы, либо это будут сведения из пенсионного фонда. То есть сейчас, как мы решим для себя самый такой приемлемый способ получения данной информации, то есть дополнительно мы об этом налогоплательщиков уведомим.